Ну і з нами, власне, Ольга Курносова, це російська політична аналітикиня, головний редактор порталу After Empire. Ольго, вітаю, добрий день. Перше питання. Розумієте українську? Можу продовжувати? Так, добре розумію українську, але розмовляю нікарно. Зрозуміло. Ну, ви як вам зручно, говоріть, я все-таки буду українською. Так от, в першу чергу, звичайно, хочу розпитати про затриманих журналістів з агентства Reuters і з Associated Press. Що відомо, де вони зараз, де, власне, що їм закидають? Ну, тобто, я так розумію, що формальний привід – це от співпраця з фондом боротьби з корупцією, але ж... Ну, якісь мали би силовики їм закинути звинувачення, в чому вони підозрюються? Ну, это, к сожалению, как раз в отношении журналистов в последнее время у них вошло в моду вменять именно сотрудничество с фондом борьбы с коррупцией. За это уже задерживались российские журналисты, ну а сейчас уже россияне, которые работают на... собственно, іностранні. Ольго, пробачте, що перебуваю. Можна я, от буквально ми зараз трішечки технічні моменти, от зараз ми, здається, виправили ситуацію. Буквально нам потрібно кілька секунд, а ви у нас так трішки в розфокусі опинилися, зараз ми все це налагодимо. І, власне, я думаю, можемо повертатися до розмови. Все-таки нам потрібно ще раз набрати Ольгу Курносову. Нагадаю, що це російська політична аналітикиня, головний редактор порталу After Empire. І тут, до речі, цікаво поговорити і про журналістів, і про різноманітні інші звинувачення росіян. Ну, наприклад, відомо, що 3,5 роки за дискредитацію російської армії і так званої спеціальної військової операції такий вирок отримала 17-річна школярка, з якого міста не пам'ятаю, але от буквально недавно вона отримала цей вирок, і так само це спричинило певний резонанс. І, тобто, бачите, російська силова система, репресивна система не гребує навіть такими вироками. Причому буквально, мені здається, там за якесь одне слово ця школярка отримала 3,5 роки колонії. Тобто, ну, як бачимо, репресії є, і нікуди вони не пропадали, і навіть такі жорсткі терміни можуть отримувати неповнолітні росіяни, росіянки. Пані Ольго, повернулися ми до розмови. Давайте повернемось до вашої відповіді з приводу журналістів. Ну, тут, мені кажется, главная цель, которую преследуют российские власти, это заложники, да, по большому счету, они, я думаю, думают, что наличие в арестованных иностранных журналистов – это некая такая база заложников. Мы напомним, что есть те россияне, которых хотели бы обменять власти Путин в первую очередь. Да, как известно, есть убийца Красиков, который находится в германской тюрьме. И, соответственно, они формируют такую... ну, что ли, пул заложников для возможного обмена. Тобто все почалося з Евана Гершковича, можна так сказати, і далі вже... Да, мне кажется, что так, и, соответственно, когда начались переговоры об обмене Навального, а потом, когда уже его убили, и эти переговоры остановились, соответственно, видимо, Кремль считает, что надо создать больше вот эту вот возможную базу заложников, чтобы поторопить, собственно, и Вашингтон, и Берлин, для того, чтобы обмен все-таки состоялся. Ви назвали одного росіянина, якого Росія повернула з задоволенням. А хто ще може бути? Я просто розумію, що пул цих заручників, про яких ви кажете, насправді величезний. Чи вони будуть обмінювати, наприклад, умовно 10 журналістів на якогось одного одіозного персонажа? Ну, я думаю, що просто этот самый важный для Кремля, потому что это, собственно, такой киллер ФСБшный там, или СВР, неважно, такой как бы кремлевский киллер, который был, собственно, пойман на горячем, и это преступление уже доказано,
И вот этот тезис, что русские своих не бросают, для Путина очень важно этот тезис доказать, чтобы следующие убийцы не боялись. И, собственно, у него много целей, других целей и в Европе, и в Америке. Сейчас достаточно активно распространяются угрозы со стороны Кремля в сторону различных деятелей, как украинского политикума, так и российской оппозиции. Поэтому если вот они будут вытаскивать своих киллеров, наверное, следующие киллеры с большим желанием поедут кого-то убивать. От так. Тоді добре. Якщо далі... співпраця цих журналістів з фондом боротьби з корупцією, по суті, з фондом Навального, це ніяким чином? Чи це от якраз той формальний привід, який я і питав на початку? Безусловно, це абсолютно формальна історія. Ну, условно говоря, якщо чоловік отримав журналістське завдання знайти там людей, которые возглавляли региональные штабы Навального, и взять у них интервью. Какое-то сотрудничество? Это не сотрудничество, это обычное журналистское задание. Но это ровно такая же история, как то, за что, собственно, возбудили уголовное дело на адвокатов Навального, да, за что, что им меняется, что они передавали письма Навального, собственно, и таким образом Навальный продолжал руководить фондом борьбы с коррупцией. Но это же просто куром на смех. Естественно, адвокаты выполняли свою работу и общались со своим подзащитным, и какие-то от него действительно получали письма, но не означает, что они там что-то делали противозаконно. Это вообще законная адвокатская деятельность, и за это их арестовывают. А сейчас арестовывают журналистов, которые выполняют тоже свою журналистскую работу. И в этом смысле режим, он действует одинаковыми методами для того, чтобы как можно большее количество людей арестовать. Добре, не можу не запитати про те, що от буквально напередодні прозвучали версії і ніби як від джерел в американській розвідці, і от колишній офіцер Мі-6, звати його Кріс Стіл, так само каже, що вбивство могли спланувати за спиною Путіна, і американські так само джерела у розвідці кажуть, що можливо не Путін організував вбивство Навального. І тут питання, по-перше, а хто і кому це вигідно? А по-друге, чому зараз, наприклад, російська влада за цю версію не чіпляється? Це ж так зручно сказати, дивіться, навіть Захід каже, в нього дійсно був тромб, ми нічого не знаємо. Ну, на самом деле, надо понимать, как все это устроено внутри российской власти. Это такая система, похожая на какую-то такую коза-ностру, да, то есть такую абсолютно гангстерскую систему, бандитскую. И для этого, для того, чтобы убили, условно говоря, Навального, не обязательно отдавать приказ. Я приказываю отравить Навального через 5 дней. Не надо. Да? Достаточно того, что, условно говоря, Путин со своими приспешниками обсуждает что-то и говорит, как меня достал этот Навальный, почему вы не можете этот решить вопрос? Вы мне давно обещали решить вопрос. Ну, арест адвокатов, это в первую очередь для того был сделан, чтобы ресурсы, медийные ресурсы Навального замолчали и перестали выдавать, собственно, тексты от имени Навального. И условно Путин спрашивает, когда вы этот вопрос решите? Ему говорят, любые методы хорошо. Он говорит, конечно, решите уже наконец этот вопрос. И после этого его травят. Но для этого не нужен прямой приказ. Вполне достаточно просто кивка головой, что да, любые методы хорошо, в том числе и убийство. Поэтому, конечно, может быть, с точки зрения западных людей это не является приказом. Но с точки зрения вот этого нашего бандитского государства этого вполне достаточно, чтобы воспринять это как приказ. Так. Добре, тут зрозуміло. А чому тоді зараз, наприклад, Росія не чіпляється за цю версію, яка звучить від Заходу? Тому вона-то, по суті, дуже-дуже така рятівна і могла би, не знаю, там, не відбілити точно. Але тоді добре, тоді по-іншому сформулюю питання. А чому тоді Захід цю версію, наприклад, повідомив і розганяє? Навіщо? Потому что он не понимает вот этот преступный характер, до конца не понимает преступный характер российской власти. Ему все еще кажется, что вот те формальные правила, по которым живет весь цивилизованный мир, законы, они как-то соблюдаются и в России тоже.
Почему российские власти это не разгоняют, тоже понятно. Потому что вот эта конструкция, когда все окончательные решения принимает Путин, она должна сохраняться для внутреннего пользователя. То есть любой чиновник должен понимать, что он не может по главным вопросам не получать какую-то команду сверху. Поэтому просто говорить, что это там какой-нибудь начальник колонии, не согласовав такой вопрос, может принять такое решение, это невозможно для российской власти тоже. И это на самом деле не соответствует действительности. Ну а то, что мы прекрасно понимаем, что когда наконец они будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге, не всегда легко будет доказать, что кто-то действительно подписывал преступные приказы. Они все будут от этого всячески отбрыкиваться и говорить, что это не мы, и вообще приказа не было, и вообще тут все сами побежали и сами пошли стрелять. Ну і наостанок, пані Ольго, в цілому зараз хотів би, щоб ви охарактеризували стан справ в російській опозиції. Чи смерть Навального її остаточно розосередила і максимально пригнітила? Чи навпаки, можливо, це якийсь той сигнал, щоб всі об'єдналися і опозиція стала сильнішою, і, можливо, її очолила дружина Навального? Ну, на самом деле, тут вопрос не в том, что кто-то должен один ее возглавить. Как только ее кто-то один возглавит, вот те самые киллеры, про которых мы с вами уже говорили, побегут убивать этого самого единственного лидера оппозиции. Поэтому тут главная координация различных групп оппозиции – это один вопрос. А второй – должно быть понимание того, что без силовых методов от диктатуры не избавиться. И вот это представление, что, возможно, там мирные демонстрации и власть падет, это должно остаться в старых довоенных временах. И по большому счету убийство Навального закрыло эту эпоху мирных протестов. Осталось только силовое противостояние власти. Нужно это понимать и нужно в это максимально вкладываться.